першим ухвалили рішення про надання дозволу службі автомобільних доріг у Закарпатській області на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування для будівництва об'їзної дороги міста Берегове та села Астей до міжнародного пункту пропуску Лужанка. Мы собрали сегодня позачерговую сессию для того, чтобы не задерживать работу той специальной группы, которая занимается выкупом и переоформлением всех земельных делянок, которые попадают непосредственно под об'їзну дорогу. Депутатів цікавило питання, чи компенсуватимуть людям, від яких забиратимуть землі їх вартість. В пользу города, извините, такое решение нужно принимать, и я думаю, что те участники этой программы, которые будут терять определенные фрагменты, они будут получать компенсацию. Денежную компенсацию будут получать, и можно будет без суда разрулить эту проблему. Если придется судом регулировать, это будет занимать больше времени и больше средств уйдет на это. Через великий потік транспорту, в тому числі і великогабаритних фур, споруди у місті руйнуються. Городу нужна объездная, Закарпатью нужна эта объездная, и КПП Лужанка также требует эту объездную для того, чтобы открыть сообщение и для автобусов, и для великовантажных автомобилей. Тож тут розраховують на те, що будівництво дороги, про яке говорять вже не перший рік, все же розпочнеться найближчим часом. Кто будет строить, чи венгри будут строить, или украинские организации, это на сегодняшний день еще неизвестно. Я рассчитываю, что вот этот достаточно серьезный и тяжелый вопрос, долгоиграющий вопрос, который беспокоит нас уже больше 20 лет, как трафик увеличился до беспредельного уровня. И я рассчитываю на то, что на встрече премьеров господина Гройсмана и Орбана Берегово будет на порядку денном будет обсуждаться вопрос строительства нашей объездной дороги. Мы рассчитываем на то, что объездная реально за 500-800 максимум дней после того, как капсулу заложат, будет построена. Також на позачерговому засіданні внесли зміни до статуту комунального підприємства «Еталон» та пообіцяли вирішити проблеми вуличного освітлення в окремих районах міста. Наступне засідання планують зібрати вже у грудні.